Доброго времени суток, друзья. Давно не общались, не виделись с вами вот так напрямую с моей любимой аудиторией Ютуба. У меня очень важные для вас новости. Значит, на этой неделе, в субботу-воскресенье, то бишь 21 и 22 числа, в 22:00 по Москве, будет невероятное мероприятие, первый LAN-турнир по EFT-арене. Я вас хочу всех пригласить на Twitch-канал, где я буду смотреть, комментировать это. Примерно будут стримы по 3 часа и 21 и 22. Что будет происходить? 4 команды с топовыми стримерами, заграничными, так сказать, будут соревноваться между собой. Будет BO3 по системе MR12, то есть как в CS2, как в Valorant. И я думаю, вы все ждете нормальный геймплей, чтобы люди хорошо поиграли на хорошем уровне, а не то, что нам показывали, как это делали там журналисты и так далее, чтобы посмотреть весь геймплей, какие-то фишечки. То есть, ну, мероприятие просто невероятное. Поэтому я вас всех буду ждать. Приходите на Twitch, подписывайтесь на Telegram-канал, чтобы быть в курсе новостей, что, когда и во сколько. Вот. Ну и спасибо, что вы есть. Всех обнимаю, надеюсь. Видосик, который последний вышел про СБУ комара, вам всем очень зашел. Все, обнял. Спасибо, что вы есть. Благодаря вам есть я.